потому что эти команды могли встретиться лишь в полуфинале. Я уж не знаю, почему их разделили в этой сетке. Может быть, чтобы дать кому-то еще шанс, будь Infamous сверху, либо же Pain Gaming в верхней части сетки, они бы наверняка в финале встретились. Но, увы, в этот раз Mad Kings попытает свое счастье. Для этой команды победа будет означать участие в первом лане в этом сезоне, и для них эта победа, безусловно, очень важна, но это формат Best of 5. Переиграть Pain с Вихой в составе в Best of 5 серии, это будет, наверное, подвигом, по-другому я не могу это как-то описать, назвать. Очень будет тяжело, Mad Kings нужна поддержка, нужна удача какая-то, потому что физически будет сделать что-то сложное. И вообще, если смотреть на очные противостояния между этими командами, Mad Kings ни разу не обыгрывали Pain. То есть вы представляете, насколько тяжело им будет сейчас. Победа 3-1, победа 3-0 в пользу Pain вполне ожидаемо. И если вдруг Mad Kings дадут бой, ну, я думаю, нас это только порадует. Давайте переходить к драфтам. Нага Сирена, Лишрак, Бестмастер и Лина есть уже у Pain Gaming. Бестмастер в сложную линию, как мы понимаем, Лина в мидл, Нага саппорт, Лишрак, судя по всему, саппорт, и нужен герой еще в легкую линию. Mad Kings взяли себе тролля, Пака, Вичдоктора и Таска. Pain сами очень любят играть с Таском, они, например, в полуфинале брали его трижды, и Mad Kings забрали его сразу же первым пиком. Судя по всему, не очень хотят отдавать сигнатурного персонажа своим соперникам. Ну вот, смотрю я на то, что пикали Pain, и смотрю, какого кэрри они могли взять. Подумал я про Луну, потому что с ней они тоже играли в полуфинале. Тоже там был Бестмастер. Но нет, Луны здесь не будет. Что по Герокоптеру? Герокоптер еще доступен с Герокоптером, ребята тоже выступали. Ну, если он появится, не удивлюсь. Однако, пожалуй, сам Герокоптер, как кэрри герой, наверное, уступает в какой-то степени троллю, но учитывая количество дизейблов, количество каких-то комбинаций, Лину как второго кэрри, бояться тролля и не брать из-за него какого-то своего сигнатурного героя было бы, наверное, глупо. Поэтому появление Герокоптера удивлять никого не должно. Но последний бан в первую очередь ждем от Mad Kings. Я смотрю, у нас ребята потихонечку подтягиваются, в смысле зрителей. Всем еще раз здравствуйте. Ночка предстоит долгая. Говорят, что где-то не появляется этот матч в конторах. В лайве, ну, я могу объяснить, по какой причине подобное может происходить. Дело в том, что по расписанию встреча должна была начаться только через час. То есть в 12 часов по московскому времени. Но так как организаторы сообщили нам буквально за пару часов до старта о том, что команды готовы их сыграть раньше, соответственно, играть они начали раньше, в 11 по Москве. Ну что ж, думаю, это не сильно принципиально. Раньше спать пойдем, тем более завтра понедельник, тяжелая рабочая неделя начинается. Ну и как раз вот перед ней посмотреть хорошую южноамериканскую доту никому не повредит. Вообще, южноамериканская дота вот в этих квалификациях, не только в этих, а еще и на супермейджор, очень радует своей интригой, в том числе, потому что довольно драматичная выдалась последняя серия на квалах на супермейджор, где Pain выступали против Infamous, и где Pain нужна была победа лишь в одной карте, но они проиграли обе, и в последнем, в самом последнем раунде пропустили вперед Infamous, которые по итогу на супермейджор едут. Pain нужна эта победа для того, чтобы показать себя уже в новом составе, побороться как-то против сильнейших коллективов планеты, и если вдруг они с Вихой проиграют и сейчас, это можно будет назвать провалом, потому что на этот состав, по крайней мере, в Южной Америке возлагают большие надежды. Бэтрайдер — последний пик для Mad Kings. Ну, теперь по линиям все становится ясно. Пак в мидл, Бэтрайдер — сложную тролль в легкую и два саппорта, понятное дело. Таск и Вичдоктор. Ждем кэрри от Pain. Ждем африканские команды.
Ну, может быть, когда-нибудь в Доте 6 появятся и африканские команды. Просто лайфстиллер. Просто лайфстиллер, последний пик для пейнгейминг. Ну, такой обычный сбалансированный пик. Единственное, непонятно для чего брался Лишрак в качестве саппорта, учитывая, что вы взяли Нагу и могли подобрать какую-то комбинацию. Комбинацию с Джакира, тем самым увеличить свой пуш-потенциал с Бестмастером, либо же стандартный какой-то дисраптор, но нет, лишак так лишак. Посмотрим, насколько хорош он будет здесь. Пики сделаны, первая карта начнется через считанные секунды. И я думаю, в течение следующих часов 4, максимум 5, мы узнаем, кто же поедет в Великобританию представлять свой регион. Фавориты, наверное, с огромным отрывом Пейн, с таким, что я бы дал, наверное, соотношение процентное 80 на 20 или около того. Ну, максимум 75 на 25. Можно там 5% как-то скинуть Mad Kings. Может быть, ребята на кураже, может быть, ребята настолько хорошо изучили своего соперника, что попытаются переиграть в первую очередь тактически. По скиллу, по личным исполнителям, наверное, Mad Kings уступают серьезно. И на скилле здесь не выиграть, тем более на дистанции. Ладно бы это была какая-то бастуфан встреча, да, и где-то на шару, так скажем, они проскочили. Но нет, здесь подобного не будет. И в случае там поражения на одной из карт, даже на двух, у Пейн есть абсолютно все шансы выиграть. Они способны щелкать вот таких соперников, как Mad Kings, по 10 штук за сутки при желании. Вообще очень много доты в последнее время. Три параллельных квалификации. Три квалификации на три разных турнира. А регионов-то было огромное количество. И вот уже неделю дота просто не заканчивается. Идет чуть ли не круглыми сутками. Там с перерывами, может быть, в час-два. Прямо в лучших традициях квал на International. Ну и в июне, я думаю, где-то в конце или около того, будут квалы и на Ин, где мы будем комментировать абсолютно все регионы, абсолютно все матчи. Такой же марафончик, возможно, последний будет в этом сезоне. Все остальное как-то в меньшем количестве. Ну и хорошо. Потому что три квалификации параллельных проводить, это тяжело абсолютно для всех. И для зрителей, в первую очередь, которые не могут лицезреть абсолютно все. Это физически невозможно. Спать иногда нужно. Да и когда идут параллельные матчи, вы не можете выбрать всегда, что смотреть. Вернее, может, выбрать-то и сможете, но что-то упустите наверняка. Для команд это также довольно тяжело. Какие-то задержки в расписании, какие-то постоянные перепрыгивания с одного турнира на другой. Нужно подготавливаться к каждому сопернику. Тоже довольно тяжело. Не позавидуешь командам. Лучше бы, конечно, все квалы проводились в том формате, в котором их проводят ПГЛ на Супермейджор. Там мне квалификации очень нравятся. Там два региона максимум играют параллельно и не пересекаются между собой. Там за 3 дня играют два региона, следующие 3 дня еще два региона. Ну и так, соответственно, пока не сыграют все 6. Вот такие квалы бы видеть везде. Но, увы, ESL решили провести 6 квалификаций параллельных. Нереальный объем, конечно, доты. И давайте вернемся на нашу карту. Здесь по линиям все было понятно с самого начала, и никаких изменений логично не произошло. Посмотрим, насколько хорошо Виха справится с Паком. Лина нормально себя чувствует против Пака, то есть не страшны его шифты. Страшно только, когда он шестой получит, и кто-то к нему придет, тогда да, Лина уязвима. Лина кастер, какой-то сайленс, и даже разменяться может не получиться. А в остальном же Лина хорошо стоит, хорошо добивает крипов, и Пак ей мешает едва ли. 2-1-2. Стоят обе команды. Таск пошел отводить вражескую пачку крипов. Здесь лайфстиллер с Лишаком уже загнали бы Трайдера под вышку. У того второй уровень, есть Firefly, есть Тики Напалм. Сверху Бестмастер тоже, наверное, не жалуется. 7 крипов добил. Гонять его Вич-Доктор в соло не способен. Ну, а если приходит какая-то Нага, на самом деле, вдвоем они могут просто пойти убить этого Вич-Доктора. При должном желании летит лишь Рак на верхнюю линию. Но это ФБ, судя по всему, потому что Вич-Доктор ради вот этих
двух рун, пожадничал и, конечно, погиб. Наказали его очень легко. Снизу тем временем лайфстилеру ничто не угрожает, и ФБ в пользу Pain Gaming, начинают они лучше. Так, здесь тролль. Есть стан по таймингу. Будет еще молния. Замедляют тролля очень серьезно, и, скорее всего, он тоже погибнет. Был маледикт от Вич-доктора, но урона при этом в этот маледикт не было никакого. И, конечно, ни один из героев Пейн сильно пострадать не мог. Как бы здесь не пострадал еще и Вич-доктор. Стан он получает, нужны топоры, да? Нет. Нет, выживает. Тогда нужно размениваться, нужно убивать. Таска, да ладно, даблкил от Бистмастера. Ой, как здорово все получилось. Минус 2 саппорта, еще и тролля гонят. Вынудят его сейчас фласку использовать. И как же эта линия сверху выигрывается бразильским коллективом с румыном в составе. Ну, начинают, как и должен начинать фаворит. Уже верхнюю линию Pain Gaming, можно сказать, выигрывает. 4 килла — это не шутки. Лайфстиллер может спокойно против Бэтрайдера стоять. Может быть, не самая приятная линия. Постоянно нужно стоять под вышкой. Бэтрайдер там крипов отводит. Ты тоже каких-то крипов не добиваешь. Где-то они тебя пробивают серьезно. Приходится реген лишний прожимать. Но это все мелочи, с которыми опытный кэрри всегда способен справиться в одиночку. На то он и кэрри. Как там дела в миде? В миде 16-2, 16-6. Тоже относительный баланс. Вих неплохо сейчас станом попадает. Он получает 2 тычки просто от вышки. Слишком далеко зашел на хайграунд. И пак легко этот фраг оформляет. Причем ничего для этого не сделав. Виха здесь просто сам пошел и погиб. 4-1. Размочили счет Mad Kings. Но теперь нужно это дело закрепить. У Пака 6 уровень скоро. Вич-доктора снова убивает сверху. И драка продолжается. Дастер откидывается на развороте. Пойдет ли до конца команда за троллем? Очередное замедление. Очередные топоры, есть сетка. Урона бы еще хватило. Есть стан. Еще один по троллю. Маледикт получает Таву. И Тава сам может пострадать. Скорее всего, так и будет. Тава убивает довольно легко. Кингерди. Кингерди тоже больно, параллельно убили Лину в миде, причем в соло убивает ее пак за счет руны двойного урона, он даже ультимейт на нее не тратил, Виха как-то проседает, скажу я вам. Две смерти, отставание по уровню, достаточно серьезное, там уже 1.5 левела уступает Виха, и стоит отметить здесь игру Пака. Вообще, много героев, против которых Пак заходит неплохо. Ну, если вот не считать лайфстиллера, всех остальных он способен с прокастом. Бывает так сверху. Очередная драка. Гингерди снова может пострадать. На нем Маледикт наверняка погибнет. Будет ли какой-то размен при этом? Убили Вич-доктора. И продолжается здесь драка. Пак вообще на верхнюю линию приходит, чтобы убить Таву. Ну и Тава погибает, не пришлось Дримкоил. Или нет, живет до сих пор Тава. Вот только сейчас, да, Дримкоил использовали. Как бы здесь не пострадал еще и тролль. Тролль погибнет. И это очередные смерти, очередные киллы. Очень активная дота. Сегодня я комментировал Китай. Несколько карт с утреца. И вы знаете, южноамериканская дота от китайской отличается вообще по всем параметрам. Здесь она какая-то более безбашная. Может быть, это недостаток опыта. Может, это просто такой стиль. Но очень много киллов, как правило, происходит чуть ли не во всех картах. Очень мало каких-то сверхуверенных действий. Ну, то есть, здесь как-то больше рискуют заходить на хайграунд, имея там небольшое преимущество. Использовать численное преимущество для захода на Рожана. Опять же, на тоже ХГ. И в этом плане Южная Америка радует. Ну, то есть, если закрыть там глаза на то, что это южноамериканский регион, дота здесь зрелищная. А я думаю, именно зрелище нам и нужно. Особенно, если вы ни за кого там из команд не болеете, никого не поддерживаете, вы просто смотрите красивую доту и радуете глаз. 7-5, весело. 12 фрагов за 7 неполных минут. Так, там сверху снова какая-то движуха намечается. Судя по всему, Кингерди крайне далеко заходит, бросает сетку на Вич-доктора. Вич-доктор, понятное дело, откидывает с Маледиктом. Вич-доктора попытаются убить. Последние 2 тычки нужны, он погибнет. Пытается бежать отсюда Таво. Ну, последний удар-то нанесите, да, есть. И размен на Бестмастера, также будет погибать здесь Дастер. 4 в 3 оказались Mad Kings сверху.
Лина все это время стоит против крипов, против вышки. А Пак так и не уходил с этой линии. Ну и возвращаются туда не только Пак, но еще и пара саппортов, готовых, если что, напасть на Лину здесь. Бэтрайдера ловят. Стан будет по таймингу, слишком продолжительная сетка. И, конечно, от таких комбинаций вряд ли кто-то будет выживать на такой стадии игры. Ну, вот Лайфстиллер бы мог, но Лайфстиллер играет за самих Пейн. Все остальные герои вообще для подобных комбинаций крайне уязвимы. Сетка, стан, молния, там все что угодно. И любой фраг, вернее, на любом герое фраг можно заработать. 9-7. Лайфстиллер будет пытаться спушить Т1 вышку вместе с командой. Здесь катапульта до сих пор стоит. Конечно, не хотелось бы ее отдавать, но придется. Бэтрайдер возвращается. Бэтрайдер 8-й левел уже получил, ровно как и Лайфстиллер. Будет попытка убить Бэтрайдера вновь. Есть очередная сетка, есть молния, есть стан. Бэтрайдер минус, при этом потратил лассо. До свидания, друг. Включу я, пожалуй, нетворсы, чтобы увидеть, как Лайфстиллер занимает лидирующую строчку. Дальше целых 3 героя Мэд Кингс. И затем армия персонажей Pain Gaming. Пора, наверное, Т1 это сносить. Лишрак пока не качает диаболики. Как-то быстро эти 10 минут пролетели. Фрагов много, смотреть весело. И уровни у саппортов достаточно высокие. 5-й у Лишрака. У Наги 4-й. При этом идет только 9-я минута. Как там дела у Вич-доктора? У него 3-й левел. Самый, наверное, бедный и скромный саппорт из тех, что сейчас есть. Но это сказалось также... Это сказались 5 смертей. Так, на топе нападение на тролля. Использован был Рор. Нага побыстрее бегает, поэтому бросает свою сетку очень издалека. Оказался рядом также Виха. Неплохие каски. И Лину нужно обязательно убивать. Лин ничего сделать не успеет, кроме как откинуться станом. Ну и тот не попадает. Лео Стайл легко избежал этой способности. А вот сейчас может и пострадать под сеткой. Да, минус Лео Стайл. Правда, Нага погибает тоже. 2 в 2 размен, очередные 4 килла, там за считанные секунды. И дальше погоня продолжается за Вич-доктором, который пытается спрятаться в лесу. Вич-доктор также погибнет. Успевает Маледикт бросить перед смертью. Станом не попадает Лишак, да и какая разница, даблкил он в любом случае делает. И лучше без мастера отсюда отойти. Здорово, сейчас с молнию бросил Дастер. Стан также был, есть 17 стиков, и тролль при всем желании сделать ему ничего не сможет. И 2000 перевес Pain Gaming. К концу 10 минуты Лайфстиллер летит наверх. Да ладно, как же далеко зашли за Лишраком. Благодаря таску его убили. Бестмастер очень рискует. Бестмастер рискнул до такой степени, что погиб. Но ладно, хотя бы тролля забрали Pain. Как же много киллов. И нападение еще и на Лайфстиллера, у которого пока нет рейджа. Это сварт используется, благо... Была возможность спрятаться, и теперь Вич-доктор будет страдать. Ему сбили Десвард. Вич-доктору нужна последняя тычка, и она наносится. 15-11. Что за хаос вообще? Постоянно какие-то киллы. И на миде снова будет килл, судя по всему. Нападение здесь на Виху, но Кингерди здорово сыграл. Прилетел. 6-й левел у него был. Через слип. Стан немного не по таймингу. За счет этого могут спокойно отступить герои Мэд Кингс. 26 убийств за 11 неполных минут. Очень весело, и я думаю, что здесь, знаете, очень многие любят говорить про тоталы или ставить на тоталы. Так вот, в этой встрече не думаю, что тотал был больше там 45-47. И что-то мне подсказывает, эти 45-47 минут за 10 следующих пробьют. Уж слишком игра планирует быть подвижной с большим количеством драк, гангов и тому подобное. Так, Лайфстиллер левел 10 уже получил. Вкачал себе талант на атак спид. Есть 2500, но учитывая, что не покупает составляющие на арблет, судя по всему, будет брать себе просто Radiance. Сносит вышку, лучше бы отступить. Таво. Нападение на Лайфстиллера, рейджа пока не будет. И достают до него, Лайфстиллер может пострадать. Был уже панч у Таска. Десфарт сбили, Рор перед смертью, возможно, в тролля. Слишком много героев здесь Мэд Кингс, и они будут убивать вообще всех. Всех, кроме Лины, которая в миде находится. Это уже минус 4 и 15-15 к 12-й минуте. Ну, браво, команды. Вот это первая карта.
Сегодня было много квалификаций, вернее, финалов квалификаций со счетом 3-0. Здесь Виха полностью весь свой прокаст выдал в Бэтрайдера, не постеснялся, убил его. Сам, правда, может пострадать, есть стики. Мальдикт висит, Мальдикт 4-го уже уровня. Ой, как рискует Виха, по-моему, он того не стоило. Фраг не заработал, да и попытаться выжить хотя бы мог. Команды, остановитесь. Хотя бы немного пофармите, дайте там лайфстилеру Radiance вынести, дайте троллю вынести хоть что-то. Battle Fury будет покупать себе, Battle Fury будет достаточно поздний. И очередной врыв на Нагу, и Нагу тоже можно здесь оставить, каски будут. Минус Кингарди. 16-17, что вообще происходит? Ну вот этих ребят хлебом не корми, дай подраться. Лайфстилер, ну как же так? Очевидно, Лео Стайл здесь в состоянии был задонать вышку. Пак спокойно уходит, а лайфстиллер в крипе может пойти на любую из линий. Итак, что по вышкам? С одной стороны снесены две, с другой стороны стоят абсолютно все. Pain Gaming пока даже не приходилось обороняться и как-то драться за эти товары. Что там по даггеру Бэтрайдера? Он, понятное дело, взял себе барабаны. И вот блинк у него тоже не за горами. Это 14-я минута. Это отличный результат. Бэтрайдер 3-й по нетворсу. Он не сильно-то и проиграл линию лайфстилеру. Стоит вообще отметить Бэтрайдера за подобную игру. И вот теперь, когда он купит себе блинк, условная лина, да даже условный лайфстилер, здесь могут испытывать огромные проблемы. На любого врывается абсолютно Бэтрайдер. И, скорее всего, при помощи команды на любом из героев фраг оформить он сумеет. Это как СНГ Дота 10 лет назад. Ну, тогда еще была первая. Я помню, как наши ребята поехали играть с Китаем чуть ли не в первые разы, когда там были непобедимые E-Home. И, по-моему, ДТС отправились на ESVC. Уже даже год не вспомню, 9-й это был год или 8-й. 8-й, наверное. Так, ладно, об этом чуть позже, потому что Бэтрайдер пытался в кого-то ворваться, использовал лассо. Я так понимаю, не цепанул вообще никого. И Слип, Сайленс не попадает по Наге. Она вот даже слип не прожимает, но при этом Нага-то погибла. Вся остальная команда в разные стороны просто разбегается. Лайфстиллер пока в драках участвовать не хочет. Он хочет в первую очередь приобрести себе хотя бы сакрат, чтобы не потерять деньги. Тролля тем временем на топе убивает Виха. 17-18. Как же много всего происходит. Но при этом никто не пушит. Ну то есть тут настолько еще не скоро финал на этой карте. Вот важный будет момент, когда Пейн выйдут в мидгейм и у них будет рейдинс. Вот от этого нужно, наверное, как-то плясать. И в случае успешного проведения нескольких следующих драк после Рейдианса можно оторваться довольно серьезно. Там, может быть, Рошана какого-то забрать в перспективе. Но если с Рейдиансом ничего не получается у Пейна, вот тогда начнутся проблемки. Я не могу сказать, у кого лейт здесь сильнее. Если смотришь именно кэри героев, которые там с руки бьют, с одной стороны это Лайфстиллер и Лина, которые усиляются Бестмастером, с другой стороны это, казалось бы, всего лишь тролль. Но при этом Бэтрайдер актуален всегда. Пак со своими деньгами тоже актуален всегда. Нага. Ой-ой-ой. Все-таки получилось дать слип по паку. Чуть не пострадал там лайфстиллер. Ой, бестмастер. Ну, Нага просто подставляется для того, чтобы выиграть немного времени команде. Чтобы команда успела сбежать. И команда успевает. В полном составе. Ну, а лайфстиллер HFN к Radiance приближается уже вплотную. Несколько крипов осталось буквально добить. Будет ли какой-то ответ от Mad Kings? Не сказать, что они слишком быстро пушат. Да, это дело ускоряется с троллем, с его ультимейтом. Но этого все равно ведь недостаточно. Каких-то способностей по вышкам нет. Самонов каких-то
тоже вроде как нет. Доминаторы, я так понимаю, никто не собирает, естественно. Пак будет приобретать себе Йол. Есть у него уже Блинк, есть Вейл в Дискорд. Такое чувство, я не знаю, как будто им всем тысячи по три дали вначале. Все какие-то богатые, у всех много денег. У всех приличные слоты. Тут Shadow Blade на Бестмастере. Здесь у Лайфстиллера Рэдианс уже появился. Там у тролля Battle Fury, я так понимаю, летит. Все везде крайне хорошо. Как будто эти драки деньги у них вообще не отнимают. Нападение на Бестмастера сверху. Пак на него также прыгает. Бестмастер горит. Получает Сайленс. Ну и каски и Маледик в том числе. От того даже одну свою способность бросить не успел. Да и Виха погиб. Виха вообще довольно уязвимый товарищ. Для любого нападения. Даблкил от Лео Стайл. Это минус 3 в исполнении Мэтт Кингс. Блестящая игра. При этом убили двух коров. Не было Лайфстиллера, который там до сих пор с крипом бегает наперевес. Ну, Рейдианс появился, понятное дело, имеет право. Безусловно. Лайфстиллер сейчас какое-то время будет самым богатым героем. Тролль находит ДД, заходит сразу же на Рошана. Но как зашел, так и вышел. Буквально, думаю, 10 тычек нанес. По большей части Мэтт Кингс передвигаются вместе. И за счет постоянного численного преимущества получается фраги заработать. Но зато при этом всегда у Пейн какой-то один герой фармит. Сначала это была Лина, потом ее подменил Лайфстиллер. Может быть, потом поменяются снова. И именно поэтому Пейн не уступают по деньгам слишком много. Ну, то есть там несколько сотен буквально. Это абсолютно не преимущество. Да и все может резко поменяться спустя там одну, две, три драки. Причем резко не просто... На 1000 кто-то оторвется, на 2. Сегодня я игру смотрел. На 20-й минуте одна из команд вела 3000, а на 30-й вела 30. Ну, то есть, там в минуту такие цифры просто прибавлялись за бесконечные какие-то киллы, за снос вышек, за убийство Рошана и так далее. Не идут защищать Мэтт Кингс Т2 сверху. Также обоюдно не идут защищать Пейн Т1 в миде. Ну, разменялись и ладно. Преимущество до сих пор чуть меньше 1000 в пользу Дайр. У Пака Юл относительно скоро. Что у Лайфстиллера? У Лайфстиллера Яша уже куплена, уже летит. И в смоках, мне показалось, Пейн, нет, они шли просто во вражеский лес, чтобы Лина здесь эншентов пофармила, чтобы остальные герои пофармили простых лесных крипов. Лайфстиллер как бегал в этом големе, так и продолжает в нем бегать. У Лины тем временем есть Юл, и дальше будет БКБ. БКБ здесь must have, безусловно, но при этом и без БКБ есть ресурсы для убийства этой Лины. Это и лассо, это и тролль, в конце концов. Со своим физическим уроном, особенно ближе к лейту. Заходят на Т2 Пейн за счет того, что у Дастера появился Диаболик, хоть и первого левела, но даже с первым уровнем эта способность довольно много урона по вышке наносит. И буквально два раза ее применить, и вышку вы заберете. Виха загулял, я вообще не понял, почему он здесь остался. Вся команда как-то на хайграунд отступила. Стояла очень осторожно. А вот Вих пошел и умер. То же самое происходит с Нагой, которая еще и слип поставила. Окей. Это слип с огромным кулдауном. Нага лишь 9 левела, и теперь 2,5 минуты вы сами как-то напасть по-человечески не можете. Только через Бестмастера придется это делать, который собирается покупать себе Некран и в Шадоублейде. Ну нет, так просто, безусловно, этого пака не убить. Даже вдвоем с Лайфстиллером нужна еще какая-то поддержка. Нужен еще какой-то дизейбл. И 3000 ведут уже Мэтт Кингс. Вот такие качели получаются, но при этом до того, как мы скажем, что кто-то реально лидирует, что кто-то реально захватил преимущество, я думаю, пройдет до подобных высказываний еще очень много времени.
Команды уже просто за 40 фрагов настреляли. Минут прошло всего лишь 22. Так, Бестмастер. Встречая здесь тролля, вместе с Линой должны обязательно тролля убивать. Отличный фраг. Важный герой. И Лайфстиллер пошел бить Рошана. Как же все четко, как же все по таймингу. Вот как знали, что найдут этого тролля, что быстренько его убьют. Судя по всему, так и будет. Единственный вопрос, кому достанется Аегис. Будет ли брать его HFN, либо же оставит его Вихи, который как-то многовато подставляется. Уже 6 смертей у Вихи. Ого. Хотя там смертей у всех много. Карта просто такая. Ну и не дают забрать Рошана. Даже без тролля собираются что-то придумывать здесь Мэтт Кингс. У HFN очень мало здоровья остается. И тянут в очередной раз Лин. На самом деле нужно оставлять здесь обоих. Правда, HFN включает рейдж. Начинает съедать просто Пака. Пака съел. Десвард долго простоял. И даблкил оформляют. Вихи уже был блокинг бар. За счет этого получилось и выжить. И теперь еще что-то придумать. Так. Стан по БКБ. По троллю, вернее, который БКБ себе включил. БКБ будет действовать долго. Бэтрайдер. Ой, как хорошо, что был здесь Шрайн. Вихи за счет этого потратил на него больше времени, хотел сказать, не убил, но убил все-таки. И вот теперь погибает еще и тролль. И моментально отыгрывают много денег Radiant. При этом выходят сами вперед. Вы сами все видите. На 3000 графики просто вверх. Прыгнули. И теперь уже два косаря ведут Pain. Кстати, осталось им снести всего лишь одну Т2 вышку, после чего с Аегисом, по логике вещей, нужно уже продумывать, как заходить на хайграунд. Потому что на хайграунд рано или поздно идти придется. И с таким сетапом, с наличием Аегиса, наверное, самое время делать это в ближайшие там пару-тройку минут. Я все понимаю, что можно сыграть поосторожнее, так как на кону слот на мейджор, но, во-первых, играть еще много карт, во-вторых, не все готовы к каким-то суперагрессивным действиям. Вичдоктора и Пака заслипали, ну, нужно Пак обязательно убивать, Рор уже необходимо в него бросать, Пак улетает на орб крайне далеко. Ну, а того, раз других не получилось, просто убью Вичдоктора, говорит он. И теперь, пока Вичдоктора нет, можно пойти сломать последнюю внешнюю вышку. Ну и вот было уже такое в Южной Америке, когда одна из команд только получила Аегис, только снесла все вышки и просто пошла на хайграунд. Причем это окупилось, и команда снесла там бараки на 20-й минуте. Кстати, это был тот самый решающий матч между Pain и Infamous, где Infamous играли через Морфлинга. Они сделали один фраг на 20-й минуте, пошли, снесли сторону. Через два захода они выиграли игру. Ну, то есть, не всегда нужно играть пассивно, не всегда нужно играть трусливо как-то. Риск и агрессия порой вознаграждаются в этой игре. Ну, и вот HFN уже ковыряет Т3 снизу. Лина также неподалеку, у Лешака мало маны, у Бестмастера мало маны, у Наги тоже маны очень мало, но очень хочется снести Т3. HFN идет за Вичдоктором, за троллем, я прошу прощения. Переключается на Бэтрайдера, Бэтрайдер ловит очередной стан. БКБ от Вихи, ловит Бэтрайдера он снова, Лайфстиллер продолжает свою атаку. У Лайфстиллера есть до сих пор Аегис. И как бы эта карта прямо сейчас не закончилась, HFN начинает грызть таск, это уже минус 2. Проблема также у тролля, это трипл килл для HFN. И ломается здесь Т3 вышкой, будут ломать еще и бараки. Таск выкупается, остается лишь Пак. Что здесь Пак один сделает? Да ничего, можно не обращать на него внимания, ломать спокойно бараки. Это и делают сейчас Pain. Три героя будут в таверне еще около 30 секунд. Можно переключаться сразу на центральную линию. Так и поступают Pain. Есть огромное еще количество времени, примерно 20-30 секунд для того, чтобы сломать вторую сторону. Это 27-я минута, и Pain делают это, просто выиграв полторы драки. Причем полторы, говорю, потому что первая, как таковая, не закончилась. Там байбеки, все вернулись, и они выиграли сразу еще одну. Это минус две стороны. Может заходить сразу на третью. Боже, как они это сделали. Ну вот они фавориты, вот они Pain. В шаге они от того, чтобы повести. Со счетом 1-0. Или шаг включает диаболики очередные. Виха там продолжает расстреливать бараки. Они не ушли с базы. У них не было маны половины у каждого.
прежде чем заходить на хайграунд, надо делать мегагрипов через смерть. Просто здесь слип, и половина еще и уйти могут успеть. Ну, допустим, нагу убьют. Хорошо. Лайфстилеру не нужно отвлекаться, на самом деле. Либо бежать, либо ломать бараки. Но он идет бить героев и убивает тролля, судя по всему, да. Даблкил, монстркил. Ну, это конец. Это конец на 30-й. До 30-й минуты спустя одну лишь драку. Триплкил от HFN-а. Байбеки пошли уже от Пейн для того, чтобы закончить прямо здесь сейчас. Там крипы уже бьют на 4 вышки. Потихонечку ГГ сдается, но тут понятно все. Блестящая игра Пейн. Поздравляю их, 1-0. Это было крайне уверенно. Это было так, как и должно быть со стороны фаворита. Они повели 1-0 в серии. Я напомню, что матч пройдет в формате Best of 5, поэтому ничего для Mad Kings еще не потеряно. Но теперь им будет еще сложнее, потому что Пейн почувствовали запах крови. Никуда не переключайтесь, работает для вас Mortalis. Вернемся через несколько минут и продолжим смотреть карту под номером 2.